Я приветствую снова всех из Одессы. У нас сегодня 2 по-прежнему ноября 2023 года. И мы с вами у Черного моря. Спустились ближе к нему для того, чтобы прикоснуться, скажем так, к морьку нашему. 2 ноября. Вот такая красота у нас на горизонте. Кораблики. Кораблик один, кораблик второй. Там еще есть некоторые. Так, мы попробуем воду. Что она, как она сегодня? О, прохладненько. Ну, там на малом фонтане мужчина купается. Я вам так скажу. Ну, купаются люди зимой. Это неудивительное явление, скажем так. Ничего нового. Да, но в этом году я тоже поставил рекорд. Я не помню, какого я числа купался. 23-го, по-моему, или 24 октября. Я так еще поздно никогда не купался. Уже в это время всегда холодно. Такие дела. Ладненько. Такая красота у нас сегодня у моря. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из Одессы. Я на связи, как всегда. Будет появляться какая-то информация, буду сообщать. До встречи в новых видео, пока. Ставьте лайк за красивое море и за красивый такой вид.